Анна, дочь Лии, которую она родила Якову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Моравиянина, князя земли той, взял ее и спал с нею, сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова. И он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря: возьми мне эту девицу в жену. Яков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его. Но как сыновья его были со скотом его в поле, то Яков молчал, пока не пришли они. И вышел Емор, отец Сихемов, к Якову поговорить с ним. Сыновья же Якова пришли с поля. И когда услышали, то огорчились мужики и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю. Переспав с дочерью Якова, а так не надлежало делать, Емор стал говорить им и сказал: Сихем, сын мой, прилепился душею к дочери вашей, дайте же ее в жену ему. Породнитесь с нами, отдайте за нас дочерей ваших, и наших дочерей берите себе за сыновей ваших, и живите с нами, земля сия пространна пред вами. Живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее во владение. Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: только бы мне найти благоволение в очах ваших. Я дам, что не скажете мне, назначьте самое большое вино и дары. Я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену. И отвечали сыновья Якова Сихему и Емору отцу его с лукавством. А говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их. И сказали им Симеон и Леви, братья Дины, сыновья Лины: не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезал, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами и поселимся у вас. Если вы будете, как мы, чтобы у вас весь мужской пол был обрезан, и будем отдавать за вас дочерей наших, и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и поставим один народ. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся. И понравились слова сии Эмору и Семеху, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Якова. А он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Емор и Семех, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего и сказали: сии люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна пред ними, станем брать дочерей их себе в жены.
и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии си люди соглашаются жить с нами и быть одним народом. Чтобы у нас обрезан был весь мужской пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и мнение их, и весь скот их. Только в том согласимся с ними, и будут жить с нами. И послушались и Мора, и Семеха, сына его, все выходящие из врат города его. И обрезан был весь мужской пол, все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Якова, Симеон и Леви, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужской пол. И самого Емора и Семеха, сына его, убили мечом и взяли Дину из дома Семехова и вышли. Сыновья Якова пришли к убитым и разграбили город за это, что обесчестили Дину, сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их и ослав их. И что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их. И всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в городе, и все, что было в домах. И сказал Яков Симеону и Леви: вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для всех жителей всей земли, для хананеев и фарисеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой. Они же сказали: а разве можно поступать сестрою нашей, как с блудницею? Они же сказали: а разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницею?